Я решил сравнить повреждения в мобильных играх с реальной жизнью. Сегодня мы выберем лучшие игры по этой тематике и узнаем, какая же лучше. Начнем с простенького, потом перейдем к более жестким авариям. И здесь у нас четырка врезалась в дерево. Я знаю, что у нее спустило колесо. Давайте посмотрим, что будет в игре. Блин, а может не надо сегодня ехать? Это какое-то плохое предчувствие у меня. Вдруг еще что-то случится. Эх, ну ладно, рискну. Надеюсь, ничего такого не будет. Блин, колесо спустило. Заносит, заносит. Приора попала в ДТП, и, кстати, у нее бампер отлетел. Скорее всего, она участвовала в какой-то погоне. Давайте посмотрим, что будет в игре. Эй, пацаны, чё вы там суетитесь? Мы так чисто по городу покатаемся, подрифтуем, ничего такого не будет. A few moments later. Блин, я ж тебе говорил не нарушать, они прям за нами гонятся. Диспетчер, начинаю преследование 1151. Давай, подрезай их скорее. Диспетчер, я прекращаю погоню. Он ушел. На этом фото мы видим девятку, которая влетела в другую девятку. Повреждения очень жесткие. Интересно посмотреть на это в игре. Папа, папа, смотри, там птичка летит. Да я вижу, вижу, не отвлекай от дороги меня. Смотри, там машина прикольная проехала. А там здание красивое. А там все, а там то, а там... Да я понял, замолчи уже наконец. Ну блин, ну вон ту машину хотя бы посмотри. Черт, на какую машину? На этом фото Ладу Гранту занесло, и она врезалась в какое-то препятствие. Я уже знаю, где это можно повторить в игре. Недавно купил себе Ладу Гранту, такую новенькую, чистенькую, прям с салона. Буду теперь аккуратно ездить, чтоб ее не разбить. A few moments later. Вау, вот это скорость, блин, давай, давай, гони, гони. Жига попала под фуру. Я знаю, что фура очень резко тормозила, поэтому семерка впечаталась в прицеп. Смотрим на игру. Эх, вот учись, внучок. Твой деда уже 40 лет на машине ездит, и ни одной аварии у него не было. А почему? А потому что я аккуратно езжу и все правила соблюдаю. Только вот некоторых не соблюдаю. Буханка влетела в дерево. Ну вот я ему так и говорю, да, короче, да, да понял. Стоп, а это что такое? Там походу наручник, кто-то забыл машину поставить. Да не переживай, сейчас она остановится. Так в смысле, как она остановится? А вот так. Семерка врезалась в столб. Делаем это в игре.